Возможно, мне удастся убедить императора. Его превосходительство решит все мирно. Императора Граммиса больше нет. Его убили. Отец. Да какие могли у нас быть причины убить императора? Это ложь и произвол. Сенат не будет этого терпеть. Змея среди наших сенаторов под руководством председателя Грегорота. Он признался в том, что отравил императора и сам вынес себе приговор. Змея с множеством хвостов, скорее всего, таких же сенаторов. У нас нет выбора, кроме как лишить сенат полномочий и передать власть в мои руки. До тех пор, пока... Хватит лгать! Я вижу коварную змею прямо перед собой! Дрейс, ты слишком вольно выражаешься! Заргабат! Только не говори мне, что ты принимал участие в этом фарсе. Так как Розария собирается напасть на нас в любой момент, у нашего лидера должны быть развязаны руки. В некогда великом доме Солидоров остался только я и мой дорогой брат Ларса. Конечно, ты же не зайдешь настолько далеко. Вейн Солидор, как судья-магистр и поборник закона, я помещаю вас под арест. Ты не понимаешь, это не Вейн назначил себя единоличным правителем, а Министерство юстиции, которому ты служишь. Теперь понимаешь, Дрейс, когда ты подняла клинок на его превосходительство, ты подняла клинок на закон. Ты отлично играешь свою роль, Берган. Такая сила нечеловеческая. Заргабат, возьми Александра и вместе с Бергеном верните Ласу ко мне. Так точно. Ваше превосходительство, лорд Ларса был помещен под мою опеку. Да? Тогда, наверное, вы не выполнили приказ. Потому что я совершенно не понимаю, как по-другому объяснить ваши доклады о моих действиях отцу. Ваше превосходительство. Собака, которая собирает крохи со стола императора. Будешь ли ты служить новому хозяину, пес? Можешь для начала исполнить свои обязанности, как судья-магистр, перед всеми нами. Ее проверили, и она оказалась виновной. Ваше превосходительство, я молю вас пересмотреть решение. Сделай это. Мне уже все равно. Живи, Гибран. Защити молодого лорда. Защити Ларсу. Прости меня. Молю, сделай это быстро. И именно поэтому дом Солидоров продолжает существовать.